Елена. Так, Елена. Я тут. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Итак, у нас уже есть гости. Максим, скажите, идет ли у нас? Да, у нас идет лайв на Facebook. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады, что сегодня вы собрались вместе с нами обсудить совершенно животрепещущую тему. Вот мне надо еще только Викторию найти, чтобы Викторию к нам подключить. А пока Викторию я не вижу. Виктория. Кто-нибудь знает, где у нас Виктория? Но она не позвонила, сказала, что она сейчас придет. Скоро будет. Так, все, лайв идет. Я перекидываю на вас, Елена, тогда. Хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо. Итак, еще раз добрый вечер. Сегодня мы с вами собрались обсудить совершенно животрепещущую тему, как переобуться на ходу, как сделать выставку онлайн, перевести выставку из офлайна в онлайн, и вообще, как делать выставку в условиях очень быстро меняющегося, я бы сказала, непрерывно меняющегося мира, и как ее сделать и не облажаться. Да, это если кто-то из вас скачивал наш чек-лист курсу «Как сделать выставку» в Мосарт-школе, то вы, наверное, знаете, что он так называется, «Как сделать выставку и не облажаться». Но сейчас встал такой акцент не просто «Как сделать выставку», а «Как сделать...» В общем-то, понятно, что мир всегда очень быстро меняется, да? Но сейчас мир изменился не просто быстро, а еще как-то в одну секунду резко. И это привело к тому, что офлайновый проект, который у нас планировался, должен был перейти в онлайн, ну, честно, буквально за 3 дня. Елена, скажите, пожалуйста, сколько у нас участников в проекте? У нас больше 50. У нас 32 художника и в районе 20 организаторов. Да, 32 художника в районе 20 организаторов. Что? Не знаю, подключится, не подключится. Ну, хорошо. 32 художника в районе 20 организаторов. В общем-то, такую выставку сделать даже, в общем-то, я скажу, в офлайне очень сложно, да? А в онлайне, в общем, как бы перевести ее за 3 дня в онлайн вообще невозможно. Насколько я понимаю, все мы, все, кто пытается работать с выставками, делать что-то в любом случае, хочет и пытается перевести свои проекты, как бы дополнить их, так скажем, ситуации в онлайне, да, то есть дополнить, сделать их как бы доступными публике и по интернету, но обычно мы не всегда уделяем этому большое время, не всегда уделяем этому много внимания, у нас всегда не хватает на это времени. Мы думаем, ну окей, сейчас мы откроемся, а в онлайн перейдем чуть попозже. И, конечно, ну, в крайнем случае, я имею в виду, конечно, малые культурные институции, небольшие, в крайнем случае у нас будет с вами такой усеченный каталог в онлайне. Да? То есть картинка, текст, текст, картинка и все. А тем не менее, насколько вот я точно могу сказать, ведь для людей посещение выставки – это не только просмотр картинок. Да? Для людей посещение выставки – это еще и какое-то общение. Да? Это и, как сказать, и обсуждение этого, и рассказ куратора. Да? И хорошо, если это происходит живо. Да? Хорошо, если это не просто какой-то записанный текст, который можно прочесть в каталоге или услышать на официальной записи, ну, такой, скажем, совсем официальной записи видеоэкскурсии, да, а хочется именно какого-то еще живого общения, что составляет, в общем-то, немалую часть того, зачем люди ходят на выставки. Ведь люди любят ходить на выставки с друзьями, да, любят потом это обсуждать. Так, сейчас я подключу Викторию. Так, Виктория. Я не вижу Викторию. Вика, напишите в чат, я сейчас ее попрошу. Вот, потому что я очень хочу подключить нашего координатора Викторию, чтобы она тоже могла поучаствовать в нашей... Вот, Виктория, все, я вижу, сейчас я ее подключаю. Перевести в члены группы.
Вот Наталья еще. Так, давайте спросим. Наталья, что вы хотите что-то нас спросить? Наталья, у вас не включается звук. Я не знаю, что происходит. А Викторию-то, Викторию мы видим, нет? Вика пока нет, я не вижу ее. А, Вику я уже добавила, члена группы, кстати. Все, теперь вот. Вика. Вика, включите, пожалуйста, у себя звук и видео, если можно. А так слышно меня? Да. Слышно. А где ваше видео? Вот сейчас надо разобраться. Так, сейчас я вас запрошу видео, вы должны его увидеть. Нет, не запрошу, вы сами его должны включить каким-то образом. Так вот, ведь одна из основных задач, да, которая обычно скользает из поля зрения организаторов, это коммуникация зрителей. Да? Это, если раньше как бы предполагалось, и основой была коммуникация художественная, да, то есть коммуникация зрителя с непосредственно произведением искусства, то сейчас уже, ну, там, лет 20 больше мы наблюдаем, насколько становятся важны другие коммуникации. Да? То есть общение зрителя и с работами, и с непосредственной институцией, да, и друг с другом, и со своими друзьями потом, да, то есть и с организаторами выставки в виде каких-то встреч, конференций, кураторских экскурсий, ответов на вопросы, и так далее, и так далее, и так далее. Да, значит, так вот меня все спрашивают, как войти. Я уже не понимаю, как объяснить, как войти. Ведь все же как-то вошли, правда? Они, наверное, не могут понять. Вы обозначите, что это не в формате «все говорят», а в формате «кто-то говорит, а все остальные слушают». Да, я написала, что те, кто хочет войти, что-то сказать, вот я еще раз сейчас могу это написать, должен поднять руку. Вот. То есть, и вот тут мы, значит, ну, понятно, что выставка у нас планировалась в прекрасной галерее Нагорной, это объединенный выставочный зал Москвы, и там, в общем-то, у нас стояла задача сделать как можно больше каких-то офлайновых проектов, да, имеется в виду мастер-классов и лекций, именно для того, что, потому что мы перед выставочным залом Нагорная, естественно, галерея Нагорная стоит очень как бы важная, да, задача, это, так, а мне почему-то я трансляцию не вижу, кто-нибудь видит трансляцию на Фейсбуке? Я вижу. Все идет, все работает, Елена Александровна. Да? Угу. Значок лайф есть. Значок есть, а лайфа нет. Я не, уже ничего не могу понять. Ну ладно, запись будет и выложим потом. Да, но как бы... Если что, сейчас Максим разберется, наверное. Я не, просто не вижу этого лайфа, к сожалению, да, то есть... Сейчас я попрошу Максима все-таки тоже разобраться, да, с этим вопросом, потому что я просто физически... А вот Аня пишет, что есть, все в порядке. Ну супер, Аня, спасибо тебе большое. Это, конечно, замечательно, я бы хотела тоже ее увидеть, эту трансляцию. А вы обновите F5. Я не знаю, что такое F5, но ладно, неважно. Вот, и, конечно, как бы, как всякий выставочный зал, да, который принадлежит объединению, объединенный выставочный зал, и перед этим выставочным залом стоит работа с сообществом, как с локальным, так и с профессиональным. И нам вот эту вот историю, то есть когда выяснилось, что у нас не будет, да, то есть мы до последнего надеялись, что у нас будет онлайн, офлайновая версия, да, мы, конечно, хотели делать онлайн, но, как вы понимаете, все боялись, да, что... как это вообще делается, и что это такое, и боялись приблизиться. И, конечно, вы все знаете проблему институции, да, то, что решен вопрос присутствия онлайн для крупных институций, да, вот, и совершенно отсутствует решение, грамотные какие-то решения для, так скажем, институций мелких. Да, для того, чтобы люди могли
как сказать, люди могли решать это не за очень большие деньги. И это дискутируется, например, сейчас во многих, я уже говорила об этом, сейчас во многих журналах, ну, профессиональных журналах англоязычных идет дискуссия о том, что малым институциям сделать свое приложение безумно дорого. И вот представьте себе, у нас 32 художника, 20 организаторов, да, и 3 дня, буквально 3 дня на выход в онлайн. И нет готовых решений вообще. Вот от слова, вот просто совсем, да. То есть мы, как сказать... Мы абсолютно остаемся, ну, как бы, но у нас есть, что у нас есть? Какие у нас были ресурсы, Лен? Давайте перечислим. Вот желание. У нас исчезает возможность выставиться в зале. У нас была команда, да, уже к этому моменту сыгранная команда, очень хорошая, да, хорошо коммуницирующая, понимающая, что надо делать. На какой процент у нас были собраны изображения? Ну, у нас все было готово, мы же уже ждали, как бы, художники собирались уже паковать свои картины и отправлять их нам, как бы, на самолете или там как, вот, но первыми, конечно, нас озадачил Калининград, потому что они там в своей изоляции первыми сказали о том, что у них перестало работать авиасообщение, и ничего больше к нам не доставляется. И мы тогда уже начали немножечко осознавать, что вряд ли у нас получится сделать офлайн. Если перекрыли доставку по воздуху, то наверняка скоро закроют и все остальное, и в том числе галерею Нагорная. Вот, так что Калининград нам как первая такая... звездочка, которая показала нам, как будет развиваться событие. Ну, с одной стороны. С другой стороны, например, галерея Нагорная до последнего тоже надеялась и была уверена, что все-таки все произойдет и случится, да, и мы, в общем, тоже, конечно, очень хотели, чтобы все произошло. А потому что в галерее Нагорной работают оптимисты. Ну, мы тоже... Они как говорили, что нет, все будет в порядке. Только Калининград, правда, говорил, нет, ребят, ничего не будет в порядке. Давайте уже думайте о чем-то другом. Да, Калининград все-таки он находится, как сказать, Калининград находится там у нас на западе, и он уже понимал, что что-то пошло не так. Вот, и дальше я хочу показать наш экран, продемонстрировать, значит, презентацию, которую вы все видели на самом деле раньше, я надеюсь, презентация вот этих, ну, как сказать, да, презентация, как сделать выставку, да, которую я переименовала, и которая теперь называется «Как сделать выставку офлайн-онлайн в условиях постоянного меняющегося мира и не облажаться». И мы с вами можем пойти просто по пунктам. Какие пункты в офлайне у нас, ну, как бы нам показались проще, да, а какие пункты в офлайне нам показались на самом деле сложнее. И если мы будем брать эти пункты, то первый вопрос, который как бы мы все хотим задавать себе, я надеюсь, задаем, при как бы работе, при любом работе с проектом, да, это вопрос, зачем мы должны делать выставку, да, то есть какие у нас с вами цели. Лена, вот скажите, вот у нас к моменту начала работы с офлайном было понятно, какие у нас цели? С онлайном вы имеете в виду? Да, конечно, у нас уже все было готово, мы же начали подготовку к офлайн-мероприятию за месяц, и у нас уже был готов и дизайн, и все на свете. Вот, поэтому единственное, что мы не понимали, это как это выгодно представить в онлайн-пространстве. А так у нас все было, в принципе, готово в плане отбора работ и представления о том, какая концепция у нас и какая идея. Ну да, то есть этот вопрос у нас более-менее был решен. Был ли такой момент, что приходилось кого-то из художников... кому-то из художников, участников объяснять, зачем нам делать этот онлайн? Нет,
они все достаточно с пониманием отнеслись, потому что у нас изначально была создана группа онлайн в WhatsApp, поэтому мы все привыкли уже, ну, на контакт был налажен, и для них как бы не было особой проблемы, что работы будут представлены в онлайн-пространстве. Единственное, что мы не успели, это ребята из Новосибирска перехватить, вот, поэтому их работы пришли, они такие молодцы, все заранее отправили, вот, и их работа единственная, которая находится в галерее, а всех остальных мы успели предупредить, и как бы никаких таких вот проблем по части именно концепции у нас не возникло. Все проблемы, которые у нас были, это были технические проблемы, и вопрос того, что мы не приходилось это все с нуля познавать, как именно лучше всего выставку онлайн провести. Хорошо, вернемся как бы к началу, да, к началу нашей выставки. У нас уже был куратор, и наш куратор радостно, в общем-то, решил, что он готов работать онлайн. Лен, как вам удалось это решение вообще? Ну, мы с ребятами посовещались, вот, и решили, что осилим, потому что Вика сказала, что она разбирается в Тильде и делала там что-то. Я сказала, что я разбираюсь в Виксе, плюс-минус, вот, и мы как-то решили, что, наверное, сможем осилить этот момент без привлечения каких-то внешних сил, и, в общем, мы справились, я считаю. Ну, в общем, да, я тоже так могу сказать, что, нет, конечно, справились, но вот этот сам момент, да, вот я помню эту прекрасную беседу, я знаю Викс, я знаю Тильду, ну, то есть, не знаю, пробовала Викс, пробовала в Тильде, кто-то там, я пробовала в Зуме, да, что-то делать, то есть каким-то странным образом мы не испугались, ну, наверное, по первому случаю. Ну, мы все тут оптимисты, потому что... Да, не испугались, что нам нужно будет освоить какое-то совершенно безумное количество как бы скиллов, что называется, да, то есть для того, чтобы перевести это все быстренько, да, перевести в онлайн без офлайна, да, то есть нам даже нечем было прикрыться, условно, да, нечем было, то есть, ну, а скажите, как вы думаете, вот работы в связи с тем, что мы ушли в онлайн, было больше или меньше? Она была другая, я думаю, потому что мы уже были готовы ехать и монтировать все, и выбирали людей, которые будут принимать работы иногородних ребят, и московских тоже, конечно, вот. И поэтому как бы мы распланировали, мы к этому были готовы. И знали объем работ, потому что у нас Вика сделала классную Excel-табличку с дедлайнами, со всеми делами. То есть у нас все шло по плану, как мы все любим, и поэтому мы, ну, как бы стресса не испытывали. А в случае с онлайном у нас не было Excel-таблички с дедлайнами, у нас было все пропало, что делать. Вот, и поэтому в этом плане, конечно, было тяжелее, потому что не было распределение задач четкого сначала, не было каких-то пониманий по пунктам, что мы должны сделать, что нет. Просто у меня технический склад ума, и мне проще, когда у меня есть ТЗ. А тут как бы ТЗ не было, его нужно было создавать, и поэтому, конечно, возникали какие-то проблемы по первости. Но потом мы как бы взяли себя в руки и просто решили, что ну как бы надо сделать, да, мы там, может, не поспим там 3 дня, но зато будет красиво. Понятно. Я поняла вас. Хорошо, сейчас, одну секунду. Максим. Он случайно включился или нет? Нет, ты выключил мне до этого. Хорошо, я сейчас включу заново. Хорошо. Понятно. Так, Елена Александровна, вы можете нажать, пожалуйста, показ слайдов? Я нажала. Покрупнее были вот эти слайды. Если вы нажмете, вот сверху у вас там есть, там, где вкладочки, да, там есть показ слайдов. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6 сверху. Нашла, да. Угу. Вот, да. Тогда очень будет покрупнее. Хорошо. Вот так, да? Да. Ага, вот. Ну, дальше, соответственно, так я понимаю, что у нас абсолютно изменился бюджет и тайминг на тот момент, нет? Конечно. У нас было 2 месяца, а стало 3 дня.
Нет, ну 2 месяца было до того, да, но у нас еще оставался какой-то момент до развески в тот момент, да, еще пару. У нас все, да, у нас было все четко, то есть у нас мы шли прям по плану, как вот основные пункты, мы все их выполняли радостно, вот, а потом у нас все вот эти там пункты сконцентрировались в какой-то один под названием «Все пропало», вот, и, в общем, да. Но насколько быстро удалось составить вот новый план работы, насколько быстро удалось составить новый бюджет? Ну, я думаю, что это было где-то за несколько часов, потому что мы понимали, что если мы будем долго работать на планировании, мы просто не успеем сделать саму работу, поэтому мы как-то быстренько все решили и начали делать. Так, соответственно, тут, по-моему, очень у нас был готов в тот момент же дизайн выставки, да? Да. Ну, как бы план, как он был сделан. Ну, у нас макет был, да. И макет. Я так понимаю, что, опять-таки, решение быстро-быстро все снимать в макете, да, оно пришло от того, что, в общем-то, стены были просто меньше в 25 раз, да? Да, конечно. Я потом, у меня ребенок, он играет в Лего, и я сидела, смотрела, как он играет, и думаю, а почему бы не сделать там Лего-посетителей, не пустить в нашу прекрасную выставку, тем более, что она есть, и будет обидно ее не показать. Понятно. То есть на самом деле это просто был такой достаточно, как сказать, экспромт. Конечно. Так, какие дальше начались у нас сложности? Кто нам еще понадобился, например, пришлось ли привлекать людей, еще кого-то в команду, да, для исполнения вот этого вот онлайнного проекта? Или мы справились абсолютно сами? Нет, мы все сделали сами. Нам никто не помогал. То есть из этого мы можем сделать один очень хороший вывод, что на самом деле команда людей с какими-то знаниями, то есть у нас среди нас нет программистов, да, среди нас нет веб-дизайнеров, да, но на данный момент команда людей с какими-то минимальными знаниями, в принципе, может, да. Ну, но... конечно, сейчас же там пару видео на YouTube бесплатных посмотрел, там, как сделать дизайн сайта, и плюс вот эти конструкторы, они, конечно, сильно помогают. Возможно, веб-дизайнер там с большим стажем сделал бы все как-то по-другому, но у нас вот такой результат. Да, но я считаю, что на самом деле очень важно, знаете, сейчас вот многие, кто начинает работать с онлайном, это, конечно, правильно, начинают уделять большое внимание там, допустим, именно именно дизайну, да, хотя на самом деле, если вот так по-честному, если у вас нет огромной команды, в которой уже есть веб-дизайнер, его кто-то оплачивает, то в принципе, можно и, ну как сказать, можно это сделать на как бы основе того модульного дизайна, который уже есть в сервисах, правильно? Да, конечно. Главное... Надо выбрать все нужные, они там немножко отличаются, каждый из них, по функционалу. Вот, и просто почитать про них немножко, выбрать и уже действовать как бы сознательно. Угу. То есть, в принципе, смотрите, отличный вывод для всех, это как бы я прекрасно считаю, прекрасная новость, что совершенно мне уже не нужно писать большие толстые приложения, да, для того, чтобы все-таки быстро-быстро перейти в онлайн. Так, Лен, менялся ли у нас список работ? Нет. Как мы решили изначально, так он и был. То есть на сайте присутствуют только те работы, которые мы хотели, да, вставить в выставку или нет? Да, да, мы специально так сделали, потому что, конечно, у художников у нас у каждого прекрасное портфолио, но мы хотели, чтобы сайт это был именно выставка, а не как бы ресурс, на котором можно ознакомиться с каким-то определенным количеством художников. Поэтому мы сознательно включили туда только те работы, которые мы отобрали. Но сейчас мы потихонечку начали добавлять видео художников, где они иногда, некоторые из них, показывают еще какие-то свои другие работы. Плюс мы дали ссылки на их соцсети, поэтому можно пройти по ним и ознакомиться поподробнее с тем, что делает каждый из художников или скульпторов, вот, фотографов. Поэтому, да, так как у нас это именно выставка,
мы решили, что будет правильным разместить только те работы, которые мы бы повесили в галерее. Вот у меня лично еще возникло такое ощущение, что выиграла вот это то, что тот слайд, который сейчас на экране находится, это информационное сопровождение проекта, что информационное сопровождение проекта на самом деле от перехода в онлайн только выиграло. Ну, конечно, потому что у нас сейчас достаточно обширная программа онлайн, мы постоянно рассказываем что-то слушателям о своих художниках, плюс у нас Facebook и Instagram очень активно, девочки там все размещают, и здорово, хорошие посты, и вот, кстати, там как раз можно тоже ознакомиться с творчеством художников подробнее. Вот, и вот эти вот зум-сессии, которые у нас есть, конечно, мы бы проводили что-то подобное и в галерее, но туда меньше людей бы смогло доехать, я считаю, а онлайн, учитывая, что все сейчас сидят дома, просто заходишь и слушаешь интересные какие-то лекции, информацию какую-то получаешь. Ну да, и потом, смотрите, у нас получилось так, что информация, как бы контекст жизни художника, да, он стал как бы неотъемлемой частью проекта. Да? То есть если в зале, в выставочном зале мы делаем экспозицию, да, строим экспозицию, там, архитектуру экспозиции, развеску, да, ну все-все, вот все-все, что нужно, приделываем туда как бы, как можно какое-то адекватное количество информационного сопровождения, то здесь, в принципе, вот эти видео с контекстом жизни художника, видео по мастерским, да, художников, они находятся, ну, условно, на том же входе, на том же ресурсе, где находится сама выставка, да, то есть они становятся абсолютно равноправными участниками проекта. Для этого нам не нужно большое количество видеоэкранов, допустим, правильно? Да, плюс у нас там еще есть интервью, то есть не у всех посетителей есть возможность поговорить с художником и узнать, что конкретно он думает о проекте, а мы смогли со всеми поговорить и разместили это все на сайт, в том числе и биографию художников, вот, поэтому, да, конечно, так подробнее можно ознакомиться, потому что вот я, когда, например, хожу по выставкам, я, конечно, записываю тех художников, которые мне понравились, но иногда я забываю что-то про них погуглить, или фотография там как-то стирается, или что-то с ней происходит, вот, а тут вам кто-то понравился, и тут же можно все про него почитать и сохранить там его какие-то картинки, и с ним подробнее познакомиться уже в его собственных личных соцсетях. Угу. Леночка, а вам не кажется, что перед нами станет другая проблема, что мы же все надеемся и верим, что карантин у нас снимут, и выставка все-таки пройдет в офлайне, да, в прекрасных залах галереи Нагорная, а вам не кажется, что у нас станет вопрос, как мы вот этот контекст автора, да, будем переносить туда, то есть мы что будем делать? Вот, наверное, пора об этом задуматься, то ли это будут QR-коды, да, то ли это будут какие-то небольшие, ну, QR-коды на сайт или линки. Вот, я не очень понимаю, как теперь у нас этот проект трансформируется в вот такое контекстное, очень мощное как бы высказывание. Но вообще мы думали о том, что за счет того, что сейчас происходит много зум-сессий и плюс информации на сайте мы добавляем, зритель, каждый художник будет уже как родной, и он поедет на эту выставку знакомиться уже как со своими друзьями, вот. И поэтому я не знаю, насколько необходимо дублировать информацию, которая была на сайте, в том числе и в стенах галереи, потому что все-таки это какой-то отдельный мир, вот. Но можно будет подумать о том, чтобы там, где висит кураторский текст и перечень всех участников, сделать ссылку на сам сайт, где уже люди смогут ознакомиться со всей информацией, которая там есть. Мало ли там кто-то не слышал о том, что, чем мы занимаемся. Вот. Но вообще у нас была именно задача сейчас по части онлайна с мыслями о том, что возможен офлайн, именно познакомить зрителя, как вот стать друзьями, грубо говоря, вот, чтобы им было интереснее приехать на Нагорную. Ну, в этом плане, то есть, допустим, вот в эту историю как бы с информационным сопровождением, да, мы ставим как бы в огромный плюс, да? Угу, да. То есть нам как бы это кажется, что тут это только пойдет на пользу, да? Ну, конечно, потому что когда ты приходишь на выставку обычную, там лежит вот буклет, и, конечно, их многие берут, но не такой большой процент их читает, вот, а тут как бы у них уже... Из-за того, что
что они, зрители, находятся дома, у них есть какое-то время, они могут именно посвятить это время нашим художникам и наши задумки, которые мы туда положили, в эту выставку, вот, и как-то проникнуться больше, наверное. Это надо у зрителей будет спросить. Да, чате, пишите, пожалуйста. Да, что-то чат я, кстати, не вижу почему-то у себя. Смотрите, подрядчики для стройки и работ по подготовке экспозиции. Ну-ка, Лена, вот я чувствую... Ой, это было смешно, потому что мы уже все уже решили, нам Калининград сообщил, что все, ребята, закрываемся. И тут мне, значит, по-моему, вы звонили, или Настя даже мне звонила из галереи. Говорит, слушай, Лен, ну все, как бы монтажники приезжают, что там, как это? Какие монтажники, Настя? Все пропало, все закрыто, и какие вообще? Ну, девчонки тоже, конечно, очень оптимистки, вот, до последнего этих монтажников нам держали, но в итоге у ребят был выходной. Выходной, который как начало карантина, да? Да. Понятно. А про договоры, вот у вас здесь написано, мы все договоры заключили с художниками. Вот, и на офлайн, и на онлайн все в порядке. Просто мы немножечко с нашим юридическим сопровождением переписали его с включением туда подробностей про использование изображений. Вот, смотрите, получается, что на самом деле, когда мы делаем... Условно, когда мы делаем выставку офлайне, да, и художник предоставляет нам как бы работы, да, мы, конечно, прописываем в акте, ну, что нам разрешает их публиковать, но как бы это не так обращается внимание, да, хотя выставка сама по себе это публикация тоже, да, вот. Но тут нам вся основная логистика заключалась в том, что мы должны были договориться, да, и со всеми, вот именно, что детально прописать права на использование не просто, да, там в социальных сетях или в сети интернет, да, а на конкретное использование всех работ и прописать по всем правилам, да, куда мы имеем право их публиковать, да, там, где будут это публичные сети, их могут перепащивать, да, как бы понятно. Но вот я считаю, что вот это логистически было достаточно сложная задача, опять-таки, потому что на это, ну, как бы в больших музеях, конечно, всегда обращать внимание. А здесь у нас как бы это было сложнее, нет? Ну, благодаря тому, что у вас очень большой опыт, и вы в этом плане нам оказывали поддержку, мы знали о том, что нужны какие-то договоры с художниками. Так бы мы, конечно, не догадались, наверное, потому что были заняты кучей других вопросов. Вот. И спасибо большое Ане, которая составила нам эти договоры. И все кураторы из кураторской группы их у художников подписали. Вот. Так что вопрос был только в том, что об этом нужно было подумать. Вот, и мы молодцы подумали. Угу. Описание сохранности, этого мы были лишены. Упаковки тоже, перевозки тоже фактически. Кроме тех двоих случаев, которые как бы... Да. Но у нас все это было готово, то есть когда мы готовили выставку именно офлайн, у нас уже все акты прием-передачи были готовы, и все договора подписаны, и в этом плане мы уже ждали, когда же уже к нам начнут приходить работы, так что да, а потом мы просто это все сложили в сторонку на всякий случай, если вдруг все будет хорошо, и мы сможем показать нашу выставку вживую. Понятно. Так, давай-то коснемся пиара и рекламы. Что у нас тут было в плюс, что нам в минус? Я считаю, что у нас только в плюс, да, потому что на самом деле выставку сейчас, выставки знает намного больше количество людей, чем оно могло бы знать, если бы мы просто были в офлайне, да. Нам очень сильно помогает трансляция вот в Фейсбуке. Яся, которая занимается администрированием нашей странички, говорит о том, что там какая-то хорошая посещаемость. И все это мы делаем достаточно малой кровью, так скажем. Вот. Поэтому, да, возможно, с пиаром и с рекламой как-то попроще стало. Во-первых, потому что все мониторят это все, что происходит онлайн, потому что сидя дома и людям
уже скучновато. Особенно если учесть, что не все работают по удаленке, многие просто в отпуске находятся вынужденным. Мне кажется, общество разделилось, знаете как, 50 на 50, 50 на 50. 50 работает еще больше, 50 не знает, что делать, 50 сидит с детьми, 50 сидит без детей. Что? Вот. Но мы подсуетились, так скажем, да, и стараемся развлечь ту половину аудитории и как-то просветить, которая по вечерам свободна. Ну да, понятно. А так бы им пришлось всем ехать. Ну, по... А тут просто взял кофеечку, налил. Мне тоже сидишь. Слушаешь о прекрасном. Что там, Вика наша? Вика, скажите, можно я сейчас вот задам вопрос? Могу ли я попросить вас, сейчас мне просто нужно включить другую конференцию, могу ли я вас попросить обсудить вопрос, вот перечислить прямо все сервисы, которые нам удалось воспользоваться бесплатно. Вика, да, ты я можешь тут говорить? Могу. Хочешь что-нибудь добавить к тому, что я говорила? Слушай, ну по поводу вопроса Елены Александровны и сервисов, которые нам удалось воспользоваться бесплатно, ну, тут, конечно, в первую очередь это социальные сети, они всегда бесплатные. Вот, что касается Тильды, она платная. Вот, но она условно платная, там какие-то не совсем бешеные деньги. Нет, конечно, нет, но если мы говорим, в принципе, о существовании какой-то суммы, да, которую необходимо заплатить, то в этом контексте платная. Если мы говорим о размере суммы, то можно сказать, что бесплатно. Вот. Да, социальные сети нам, конечно, сильно помогли, плюс еще сайты. Нагорная галерея прекрасная нас поддерживает сильно. Вот. Да, и все публикации, которые были сделаны, мы же за них тоже не платили, просто тема была интересная, как правило, когда СМИ тема интересная, они с удовольствием об этом пишут просто так. Дина, я вижу от тебя вопрос, о каких суммах идет речь. Там, если зайдешь на сайт Тильда, там будет перечень, там несколько пакетов. У нас пакет, по-моему, бизнес. Не помню точно, сколько он стоит, но там какая-то подъемная сумма, не сильно много. Тильда, ну, у нас бизнес, потому что у нас там много сайтов, да, это 1250 в месяц примерно. Да, что-то Тильда. Такое там. Там, по-моему, какой-то есть прям супер, это 3000 в месяц, но, в общем, это, ну, такие... Это достаточно подъемные суммы, да? Да, плюс там у них еще бывают какие-то акции, если попасть там, то есть месяц за 3 или что-то такое. Вот, в Виксе, по крайней мере, такое было, я помню. Молодец. Так, теперь смотрите, у нас же была основная задача, то есть чем мы отличаемся просто от онлайн-каталога, да? Это тем, что мы хотим, чтобы, ну, как бы было больше общения, да, со зрителями. Вот мы устроили вот эту вот историю с макетом, да, с игрушками Лего. В принципе, для того, чтобы немножко еще сбить шаблон, да, то есть разорвать вот этот зрительский шаблон как мнение о выставке, как о чем-то очень таком, ну, как бы отдаленно серьезном, да, то есть и то, что онлайн-выставка, это, в принципе, наверное, должно быть скучно, да. То есть именно вот это участие Лего, участие макета, вот это участие игрушечных машинок, на которых ездил iPhone, чтобы это все снять, мне кажется, это внесло какую-то определенную долю, с одной стороны, самоиронии, с другой стороны, как бы помогло зрителю посмотреть на вообще всю ситуацию немножко более, ну, как бы с юмором, что мы знаем, что юмор спасает от вируса, да, то есть это уже известный факт. Не дают развиваться там чему-то, чему не надо, да, поэтому мне кажется, но вот как вы считаете, что еще мы могли бы сделать для того, чтобы еще больше наладить вот такое вот теплое общение со зрителем, да, то есть не просто, ну, как бы, не просто, да, а... Не просто пригласить его на наше веселое мероприятие. Кстати, тут тоже это можно обсудить. Я точно сейчас следующее будем обсуждать, да? А дать возможность как бы войти в теплые отношения с нашим. Ну вот мы в четверг планируем
встречу с кураторами, тоже в Зуме, чтобы каждый куратор рассказал про своих художников, потому что они с ними тесно контактировали все эти месяцы и могут рассказать про них подробнее, чем, возможно, могу рассказать я или Вика. Хотя Вика заносила каждого из них в тильду и уже, наверное, знает там вплоть до даты рождения, города рождения каждого из художников. Вот. Но так как кураторы именно отсматривали каждое портфолио, читали внимательно, о чем состоит проект, еще я, кстати, хотела обсудить на встрече в четверг, потому что одна из художниц подняла этот вопрос у нас в чате. У нас очень много чатов, и они достаточно активны. Это так интересно, потому что когда делается живая выставка, я не знаю, есть ли такое плотное общение между художниками и кураторами, прям вот каждодневное, вот, потому что у нас вот реально каждый день там по куче каких-то интересных вещей обсуждается, вот. И одна из художниц, она подняла вопрос, а в чем состоит разница между кураторским подходом и подходом художника к работам, вот. И мне бы хотелось в четверг это обсудить, так что если вам это интересно, приходите, пожалуйста, вот, будем говорить на эту тему. Хорошо. Лен, что понадобилось для монтажа в этом случае? Для монтажа? Для монтажа понадобился двухсторонний скотч. Если вы про макет. Сначала у нас все было на иголочках, а потом я решила, что иголочки смотрятся не так хорошо. Сходила, купила, еще тогда можно было купить что-то, двухсторонний скотч, и все сидела, клеила на этот макет. И веревочки, все вот эти провода, и картины, все работы тоже приклеены на двухсторонний скотч мной, а не мужчинами, которые нам предоставила галерея Нагорная. Ну, кстати, вы очень хорошие монтажники, они очень быстро и четко все делают. Я надеюсь, что мы с ними еще поработаем. А теперь я предлагаю как бы обсудить наше открытие, да, прекрасное. Вика, может быть, ты хочешь что-нибудь про сайт добавить? Да, Вика, добавьте, пожалуйста, потому что мы вас не видим и не слышим. Нам грустно без вас. Что вы хотите услышать? Как тебе работалось над сайтом? Что для вас было самое главное? Как бы, какие трудности вы испытывали, в отличие от, ну, от онлайновой работы, которую мы с вами тоже уже проделывали, да? Что было для вас самое главное при работе с сайтом, который вам тоже надо было сделать за 3 дня? Ну, как ранее Лена справедливо заметила, у меня был небольшой опыт создания сайтов, если совсем честно, то практически никакого. Я просто была знакома с функционалом тильды. И, соответственно, самым проблематичным было создать удобный и понятный интерфейс для пользователя. То есть так, чтобы не возникало вопросов, а куда идти, а как туда попасть, а как вернуться назад. То есть, казалось бы, у нас была первая версия сайта с гамбургером, да, с вот этого вкладочка в правом верхнем углу из 3 полосочек, называется гамбургер. И изначально меню, команда, экспозиция о проекте и вот это основное меню, оно было спрятано там. И, как мне казалось, это было абсолютно понятно всем и каждому, что туда надо нажать и там найти всю необходимую информацию, все необходимые вкладки. Но в данном случае я бы, наверное, посоветовала прислушиваться к аудитории и понимать вообще, как пользователь внешний видит то, что ты создал. И вот как раз благодаря отзывам наших замечательных художников и их друзей, их публики, мы смогли в итоге создать максимально удобный и понятный интерфейс. Вот, то это есть, первая проблема. Да, мы отмечаем что? Мы отмечаем важность достаточно быстрого фидбэка, да? Да, это действительно очень важно. И вот как раз благодаря тому, что у нас он был максимально оперативный, то есть мы перед запуском собирали обратную связь там буквально за 4 часа до открытия и смотрели вообще, какие вопросы возникают, какое впечатление возникает, то есть в режиме онлайн реального времени вносили правки.
Ну и надо отметить, что сайт же, он же не застывшая структура, мы можем его все время менять, и как бы вот раз в неделю Лена рассказывает про изменения, мы все время туда что-то дополняем, правда? Да, правда? Это была наша задумка, потому что мы не хотели, чтобы он там повис, люди пришли там первый день на него посмотрели, и потом перестали бы туда заходить. Поэтому мы придумали, что мы каждую неделю будем добавлять туда что-то новое. Вот на момент открытия у нас там были только художники, а в предыдущий четверг мы открыли экспозицию. Сейчас мы добавляем видео. Ну да, у нас была задумка, чтобы сайт был живым, чтобы каждый день человек туда заходил и находил для себя что-то новое. Угу. Понятно, интересно. Так, а давайте теперь непосредственно вот процедуру открытия мы вообще, конечно, не продумали. Мы решили всех, у нас была большая проблема на самом деле, то есть что должна сказать, вывод говорю сразу, VIP, я имею в виду VIP, в онлайне никто не отменял, то есть мы решили поступить демократично, в соответствии форме онлайн, и были атакованы, наше открытие в Zoom, которое мы решили сделать открытым для всех, пожалуйста, заходите, задавайте вопросы, там еще что-то. В общем, оно подверглось атаке так называемых зум-бомберов. Да? Ну, они, наверное, рассчитывали на какую-то нашу бурную реакцию, они ее не получили, и мы их довольно быстро забанили, но первое ощущение было, что это у меня на компьютере какой-то вирус. То есть это было очень, не очень приятное зрелище, прямо скажем. Да, с ограничением жестко 21+, поэтому как бы, а мы все-таки 0+, да, вот, поэтому это было действительно неприятно, да, и потом пришлось, к сожалению, отнять право слова у всех, кого мы не знали, что было, конечно, не очень хорошо, но у нас просто не было другого выхода. Но, кстати, не только мы подверглись таким атакам, все... прекрасные встречи наивных гуманитарных людей. Уже вот я знаю несколько случаев, у них случилось все то же самое. Zoom на это среагировал, ввел вот эти все пароли сложности со входом, но я очень надеюсь, что мы научимся, да, как-то с этим работать, да, научимся, ну, как сказать, научимся как-то обороняться, да, может быть, менее жестко, да, так скажем, чтобы, в общем-то, всем было комфортно, да, с этим жить, но тем не менее, да, то есть обороняться, как ни странно, приходится точно так же, как и в офлайне. Фейс-контроль. Да, ну вот я думаю, что должна же появиться какая-то профессия онлайн фейс-контрольщик, и ведь проблема в чем, когда ты банишь такого бомбера, он может зайти тут же под другим именем, назваться каким-нибудь Зайчиком или Машенькой, и ты его добавишь. Да? То есть нужно вот эти вот люди, онлайн-контрольщики, наверное... Но у нас Максим достаточно жесткий фейс-контроль. Я помню, я его уговаривала, что нужно там кого-то подключить. Он говорит, а ты точно уверена, что это он? А может быть, он посмотрел на сайте, как это имя и фамилию, и ввел. Теперь нужно спросить у него что-то, да, чтобы... Да, то есть, какие-то, ну, собственно, как работает фейс-контроль и, извините, офлайн, да, то есть понятно, что жестко ставится там, где много народа. Я помню, у нас однажды было открытие в музее Ленина, там, говорю, от количества Лениных просто было плохо, да, там кто-то пытался проникнуть, и не только Ленина. И там, конечно, дело же не в самом приглашении, в том, что знает тебя организатор или не знает. А тут как бы очень сложно, мы видим имена, и мы не понимаем, то ли это приглашенные люди, то ли не приглашенные, да, у всех никнеймы, ну как бы нет еще вот этой культуры, да, как бы присутствия в публичном пространстве, да, как бы, как это все делать, непонятно, да. Вот, ну и плюс ко всему тоже мы все были достаточно растерявшиеся, и на открытии не говорили официальных речей, но это по одной моде. Другая мода предполагает все-таки какое-то представление. И выяснилось, что приглашенные гости, именно не участники, все-таки им требовалось какое-то вводное слово и приглашение задавать вопросы, потому что они себя чувствовали немножко на чужом празднике жизни, хотя мне казалось, что онлайн это проще.
Но мы просто были на самом деле все очень уставшие, потому что нам нужно было за на открытии все, это не оправдание, на открытии всегда да, уставшие, да. Просто есть регламент, да? Когда открытие происходит офлайн, да, то человек, который пригласил своих гостей, он каким-то образом ими занимается, да? Uh-huh. А когда у нас происходит онлайн, видимо, нужен сейчас нужен какой-то регламент, да, то есть какой-то более жесткие, ну, как бы прописаны, как это все-таки, как нам, ну, можно протестировать и такой вариант, да, то есть посмотреть, какой сработает лучше, потому что для офлайн, когда человек приглашается в гости, он с ним находится, да, ну, как бы обращает внимание, скучно, не скучно, там, с кем-то его знакомит, да, как это может происходить в зоне, пока не очень понятно, но давайте думать. Я думаю, что... Мы учли на самом деле все вот эти замечания от тех гостей, которые к нам пришли на открытие. Вот. И в чатик нам написали художники отзывы тех людей, которых они пригласили. Поэтому в четверг на кураторской экскурсии мы попробовали, и я считаю, что нам удалось учесть все вот эти замечания, то, что людям не хватило. То есть им не хватило разговора про концепции. Да, да, про идеи, про... им не хватило демонстрации экспозиции, вот, и мы все это смогли учесть. Ну да, а в этот четверг, подождите, это когда у нас? Завтра, да, в эту среду? Нет, это нет, среда, нет. Завтра, в четверг. Четверг, послезавтра, в этот четверг у нас тоже будет уже встреча со всеми кураторами. Да. Вот. Итак, мы переходим к следующему процессу, следующий процесс обеспечиваем работу выставки. Но это то же самое, что мы сейчас делаем, да, то есть мы больше всего заняты онлайн-мероприятиями и как бы добавлением материалов на сайт, правильно? Да, мы регулярно опрашиваем людей, которые готовы что-то рассказать, потому что у нас достаточно широкий круг участников, каждый из них обладает уникальными знаниями, которые мы бы хотели поделиться, поэтому многие из них готовы сделать какие-то мастер-классы или лекции. Вот на этой неделе пока мы работаем, а на следующей, со следующей недели уже начнут выступать наши художники. А, я забыла о том, что Юлия Ленина, она рассказывала в прошлую пятницу, и в эту пятницу она тоже будет делиться своим опытом, вот, как первая ласточка из художников. Вот, а на следующей неделе, да, у нас будет достаточно большое количество художников выступать, и еще через неделю также, то есть у нас достаточно крупная онлайн-программа, которой мы готовы делиться. Вот. А теперь смотрите, ну, демонтаж, как у нас пройдет демонтаж, пока непонятно, потому что, может быть, мы все-таки выйдем в офлайн. А самый сайт мы удалять не хотим. Вот. Вопрос постпродакшена, да. Мы же не будем этот сайт обновлять все время. То есть в какой-то момент с выставкой всегда не хочется расставаться, да. Это такая большая тайна художественного мира, когда у тебя хорошая выставка, ты ее делаешь, ты к ней привыкаешь, тебе всегда не хочется с ней расставаться. И всегда надо с ней расставаться, чтобы идти дальше, да? То есть понятно, что в какой-то момент вот эта вот бурная жизнь этой выставки, она должна закончиться, причем по расписанию, и она должна пойти в архив. И на самом деле нас ждет, наверное, достаточно большая работа по встраиванию в сайт всех записей мастер-классов, всех видео, прессы, да, это уведение этого архива, освобождение, кажется, как бы нашего онлайн-зала, да, надеемся, что с галереей Нагорная тоже вместе для следующих проектов, правильно? Вот, вот этот момент надо продумать, что все-таки должно быть какое-то ограничение по времени. Но я думаю, что это ограничение по времени мы поймем, когда у нас закончится карантин, когда мы сможем показать ее офлайн, если сможем, да? Да, конечно. Вам уже грустно? Нет, я вас слушала просто. Нет, сайт мы, да, как до какого-то времени, по-моему, до 10 мая мы планировали его обновлять, и потом он просто уйдет в портфолио ко всем художникам и к кураторам, вот, и будет как бы висеть в интернете и услаждать глаза тех, кто его найдет. Ну, то есть он будет в каком-то архивной какой-то структуре. Нет, почему он вот так вот, как есть, он и будет, просто мы не будем туда ничего нового добавлять. Мы не будем, но это и называется объявить его как бы более архивным, да, но это ну, мы еще должны продумать и обсудить, да, может быть, выслушать какие-то советы. И потом, если, например, так случится, что карантин, после карантина Нагорная нам все-таки предоставит больше времени, значит, чуть побольше времени будет
существовать. Сейчас получается, что мы прям до конца карантина, и все. Да, вот. Конечно. Нет, ну мы обновлять его планировали, а так-то он будет, конечно, находиться. Но это тоже обсуждаемо, конечно, мы будем рады с ним не расставаться никогда. Это вот неправильно. Ну, то есть он должен быть в архиве, конечно. Ну и потом, я думаю, что, возможно, стоит сделать какую-то печатную версию, пусть небольшую, только для участников, потому что, знаете, сайт имеет свойство пропадать. Тогда мы с Викой просто уйдем в загул, если он пропадет. Нет, ну не сейчас, а когда меняются платформы, да, там Тильда может исчезнуть условно, не дай бог. А еще там что-то, да, то есть, конечно, нужно будет подумать, как же мы его все-таки заархивируем офлайн тоже, да, то есть, что это будет. Это на самом деле важно, сайты не вечные, это вот я вам говорю абсолютно честно и точно. Да? Мы планировали выпустить буклет, когда обсуждали офлайн выставку, но теперь вся информация, конечно, в буклет не влезет, вот, и да, нужно будет думать, каким образом можно сайт предоставить в офлайн-версии. Да, это вообще, это вообще достаточно смешно. То есть сайт, как бы предоставление сайта в офлайн-версии, это уже какая-то просто невротичная ситуация. Дина спрашивает по поводу того, архивируется, сейчас я найду этот вопрос, за архивный сайт оплата продолжается. Дина, там ты платишь, конечно, не за сам сайт, а за этот свой профиль. Ну, если про Тильду идет речь. Нет, ну смотрите, в Тильде какая ситуация? То есть, да, конечно, продолжается. То есть есть бесплатные тарифы во всех сервисах, но они минимальные, да, и наш сайт туда уже не влезет. И да, конечно, продолжается оплата, поэтому я говорю, что, во-первых, возможно, есть какие-то архивные. Надо посмотреть, где есть какие-то архивные истории, за которые не надо, можно платить меньше, да, и второе, все-таки, вы знаете, вот у нас есть сайт, и мы туда в какой-то момент стали вешать ссылки с прессы. Я вам скажу, что там вот через 7 лет, ну, большая часть ссылок просто не работает, то есть люди все, ну, то есть сайты все обновились, другие платформы, все другое, да, поэтому как бы рассчитывать на то, что он будет висеть вечно, тоже нельзя. То есть этот вопрос, на самом деле, этот вопрос, он еще касается не только нашего сайта, да, он касается, например, искусства, которое существует только в интернете. Как оно будет жить, когда там все разовьется и поменяется, понимаете? И это глобально, это можно поискать конференции по этому вопросу, да, по сохранности искусства в интернете, которое ничуть на самом деле не менее проблемные, не менее важны, чем сохранность офлайнового искусства, да, но чтобы было понятно, о чем идет речь, если мы возьмем, например, произведение Дэна Флавина, да, которое там состоит из неоновых ламп, вот таких лампах просто больше не упускают. И если бы он был один такой, собирается целая конференция, которая обсуждает, как сохранить искусство, которое состоит из ready-made-ов, которое больше нет и которое является расходным материалом, да. А есть же кодар, да, вот это, ну, как бы, я забыла, как это правильно называется, по-моему, кодинг-арт, искусство, которое существует только в виде кодов, и понятно, что, и вообще искусство, которое существует исключительно в компьютерном виде, понятно, что непонятно, да, как с ним быть и как оно будет существовать дальше. Это такой глобальный вопрос, и я призываю, в общем-то, всех интересующихся поизучать какие-то западные конференции, наши конференции тоже на эту тему. Саша вот. Прокопова, мне понравилось, вот у нее была вот эта выставка в сторис, и она, наоборот, делала акцент на том, что ей нравится, что ее вот это творчество и искусство удалится через 24 часа, это как... Это как концепция, Леночка, да. Ну, мы сейчас говорим о другом, что у вас концепция хранить вечно, понимаете? То есть вот эта разница концепции, концепция хранить вечно или концепция пусть оно исчезнет, она абсолютно разная. Да? То есть как бы непонятно, абсолютно, да, неясно. И... Но если мы говорим про выставку, то вы же сами говорите, что она берется, упаковывается и остается на выходе. Вот на курсе мы проходили, что только каталог и какие-то файлы, то, что вы распечатываете... Каталог и пресса. Проблема в том, что если мы увлеклись онлайном, у нас нет офлайновых материалов.
Мой глобальный вопрос звучит так. Нужно ли нам, имея онлайн выставку, какие и нужно ли нам делать офлайновые материалы? Так, у нас пришел вопрос. А фотокаталог не остается навечно? Простите, пожалуйста, не знаю, как вас называть, пользователи под ником Honor 6C Pro. Здравствуйте. Значит, фотокаталог, конечно, остается навечно, но дело в том, что если мы делаем онлайновый проект, то есть когда мы делаем офлайновый проект, мы мало сил вкладываем в онлайн. Когда мы делаем онлайновый проект, мы забываем про офлайн, да? И, конечно, фотокаталог остается навечно настолько, насколько возможно хранить бумагу, если она хранится в правильном режиме. Но у нашего проекта пока нету фото и каталогов, да? А мало того, фото-то есть только цифровые теперь. И вот этот вопрос перевода теперь цифры в офлайн, вот он сейчас перед нами встал. Александр спрашивает, какие можно привести наиболее удачные примеры онлайн-экспозиции за последнее время, не считая виртуальных музеев? Есть такой сайт. Вика, подскажите, пожалуйста, как он называется? Какой сайт? Я вам присылала, где существует только цифровое искусство, которое нельзя купить, а можно купить только право просмотра. Так, минуту. Вы продолжайте говорить. Сейчас я скажу, как он называется. Вот вы понимаете, на самом деле, Александр, я не могу сказать, не могу вам привести ни один пример, потому что на самом деле вопрос виртуальных экспозиций не решен. Есть очень хорошо, прекрасно отснятые в 3D экспозиции. Прекрасно. Есть прекрасные сайты, где условно эту выставку можно назвать каталогом онлайн. Да? Но чтобы функции, да, то есть у офлайн, онлайн разные функции, разные ограничения. Да? И еще не найдено решение вот этих онлайн-экспозиций. Да? То есть мы не можем, мы это сделали в шутку, да, с макетом. Мы не стали рисовать 4 стены в интернете, да. Мы взяли макет и отсняли его, как будто это происходит в натуре, да. Сидишинар, да, вот это вот. Ой, Вик, вы послали только ведущим вебинар. Давайте ответим всем. Сейчас я перешлю. Вот посмотрите, вот этот вот сайт, он на самом деле, наверное, один из самых интересных сейчас в плане продвинутости онлайн, да, вот, остальные, и наша экспозиция, она удачная, потому что она выруливает за счет иронии, да, на самом деле решения нет, то есть решение коммуникации между пользователями, да, внутри экспозиции. А это один из очень важных моментов, оно не найдено. Да? Есть там куча приложений, которые могут повесить картину на твою стену, там еще что-то. Но вот момента вовлечения, да, то есть все работают сейчас с моментом вовлечения пользователя, да, с моментом коммуникации. Да, с моментом коммуникации и внутри экспозиции, пользователи с пользователем, пользователи с экспозицией, с момента, с моментом возможности режиссирования этой коммуникации, да, то, что в офлайне уже отточено до великих умений, да, то есть как режиссировать коммуникацию пользователя с экспонатом, то как это все-таки сделать грамотно в онлайне, не очень понятно, чтобы это не превратилось в кино, например, да. Чем, например, выставка отличается от кинематографа? Тем, что кинематограф линеен по времени, да? Там есть начало и конец. На выставке человек ходит, он может посмотреть направо, налево, прямо, кругом, пойти в другую комнату, вернуться, да? Непонятно, как это достичь. Непонятно, как достичь взаимной коммуникации, да? Тем более, что, как мы, кстати, смогли убедиться на нашем открытии, некоторые люди приходят совершенно иными целями, да, которых не ждали мы с такими целями. И поэтому однажды, когда мы только садились с разработчиками где-то в году в 2013 пытаться сделать онлайн-версии выставок, и я хотела сделать внутри выставки чат, они сказали, нет, все чаты только выводим в соцсети. Да? Почему? Чтобы самим их не модерировать и не попасть ни под какой
закон, да, о ненужной, ну, то есть люди, такие люди, которым это нужно для чего-то, они прямо мониторят и ищут ресурсы, где они могут общаться без модерации, понимаете? А отвечать за это не хочется. И совершенно, в общем, не очень понятно, как все будет решено. А но сейчас есть? Каждая, получается, институция, каждая выставка подходит по-своему к решению вопроса изоляции. Мы подошли вот таким путем, потому что мы решили, что мы просто сайт будем обновлять, чтобы был повод пообщаться со своим зрителем. Мне нравится, как сейчас выходит гараж из положения, но у гаража другая ситуация, потому что у них есть пространство, то есть они могут туда приехать и что-то там поделать интересное. А у нас пространства нет, потому что галерея закрыта, и работу там, соответственно, мы не привезли, потому что не было такой возможности. Поэтому мы не можем никуда приехать и что-то там такое поделать. Вот, но гараж прикольно сейчас выступает. Мне нравится, как они по ночам там ходят и какой-то создают такой мистический момент, что вот кто ходит по музею, когда все двери закрыты, вот это интересно. Плюс многие устраивают всякие паблик-токи и прочее, то есть работа с аудиторией идет, и что интересно, у аудитории есть время это все слушать. Вот. Но такие проекты, как наш, находятся в таком положении, что мы не можем куда-то приехать и что-то там снять. Мы можем только как-то... Да, у нас чистый эксперимент. Да, да. Вот нам, мне интересно, там 9 апреля в Третьяковке должна была открыться выставка вот эта вот «Не навсегда», на которой мы тоже дали работы, кстати, наш музей. Вот. И они ее развешивают и будут вести трансляцию оттуда. Но опять-таки это эксперимент с наличием выставки в пространстве. Да? То есть как чего будет у нас не очень... Ну, в общем, все это находится в стадии эксперимента. Поле не паханное. Ну, конечно, потому что никогда мир не был в такой ситуации, что все закрыты. Да, и что при этом еще был интернет. То есть ситуация... Да, да, да. Но с интернетом нет. Там у Дины очень интересный вопрос. Зайдите сейчас, пожалуйста. Да, сейчас я отвечу, да. Вот, то есть я как бы думаю, что вот оно опять настало время изменений, входов. Пожалуйста, ворота открыты. Входите, приходите. Единственное, конечно, нужно понимать, как устроен мир искусства для этого, да. Вот, но в принципе вход открыт. Все, кто, у кого есть какие-то идеи по онлайн-историям, да, это просто очень, не просто вовремя, это надо было делать вчера, но вчера этим никто не хотел заниматься. Потому что еще совсем недавно это было очень дорого. Дорого, долго требовало коммуникации, да, там с программистами теми же, да, которые прекрасные люди, но очень сложные, да. Вот, соответственно, давайте все искать решения. 2016 год был прорывным для музеев онлайн. У музеев другие задачи, другой бюджет. Мы сейчас говорим именно о онлайн-возможностях для таких небольших культурных институций, у которых практически бюджета нет. А их очень много, и они на самом деле очень важны. Очень важны, понимаете? И без них не будет искусства развиваться. А у нас есть две задачи. Сохранить созданное, развить то, что можно развить. Вот. Это две основные задачи мира искусства. Александр, если у вас есть какие-то примеры, пожалуйста, если хотите, мы дадим вам голос, просто поднимите руку, пожалуйста, я вас подключу. Расскажите нам тоже что-нибудь, пожалуйста. Так, пока Александр думает, хочет ли он с нами вообще разговаривать, я вот перейду к следующему вопросу. От Дины Цыпиной. Интересный, перспективный. Вы оцените состоящий выступ с точки зрения искусства. Дин, с точки зрения организации она безумно перспективна, с точки зрения кураторства тоже. С точки зрения отдельных работ изобразительного искусства я ее смогу оценить, и мои коллеги, именно с точки зрения искусствоведения. Да, наверное, все-таки когда мы увидим живьем. Почему? Потому что сейчас мы безумно заняты совершенно другими вещами, и совершенно нет возможности остановиться и подумать. Я думаю, что с художественной точки зрения наши кураторы ее тоже решили очень хорошо, идеально, и что она в любом случае представляет очень интересный современный срез. Вот. Но я как бы, у меня нет задачи даже оценивать ее с художественной точки зрения. Да. Но я это сделаю, естественно, с коллегами, когда у нас будет время либо рассмотреть ее очень детально онлайн,
да, используя свой, как бы, свой опыт и время, либо когда мы посмотрим ее офлайн. Так, еще один вопрос. Можно сделать онлайн-галерею, как, например, PlayStation. Ольга, согласна с вами, потому что как раз, когда мы в 2013 году пытались обсуждать с ребятами историю, как нам перейти в онлайн, и которые нам объяснили, что не нужно в онлайне строить четыре стены, потому что это офлайновые ограничения, в онлайне ограничения совершенно другие, мы как раз и, в конце концов, остановились с ними именно на графикации в плане PlayStation. То есть это игры типа Джонни, это путешествия, да. Были эксперименты разные. Вот был, например, эксперимент у Дмитрия Ковко. Он делал свою выставку виртуальную, например, в садах Биеннале. Да? Ну, она была только в компьютере. Начинал он тоже с построения четырех стен внутри. Интересно, как у него сейчас, в какую сторону развиваются эксперименты, но мне кажется, немножко вот сейчас будет какой-то прорыв, мы прям его ждем. Да? Про игру и про PlayStation, да, конечно, думали, но тут же, понимаете, еще стоит вопрос, чтобы это решить малыми средствами. Вот в чем дело. Как это сделать? Но, сейчас есть некоторые музеи, которые вот этот вот Google ресурс, там, когда человечка на Google картах пускаешь, то там, получается, на 360 градусов он может ходить туда-сюда, вот, и многие музеи таким пользуются, но это же нужно договариваться с Гуглом как-то, чтобы они это все нам обеспечили, а мы же не можем. Можем, мы можем все, на самом деле, просто не в этом, вопрос цены. Например, есть такое решение, сейчас очень активно продвигается, как VR-очки, да, что все отснимается, загружается в определенную программу, и люди могут одновременно все в VR-очках гулять в одном месте и общаться. Но там, извините, всем, знаете, как я слышала рекламу, сделайте виртуальные вечеринки, пошлите всем гостям VR-очки, и дальше озвучилась некая стоимость аренды этих очков. Я поняла, что мы такую вечеринку сделать не можем. Да? То есть бюджет этой вечеринки никак не соответствует бюджету небольших культурных институций. А, то же самое, значит, пришлите клиенту VR-очки. Клиенту, может быть, речь же опять идет о некой аудитории, да, которую вот мы хотим показать с учебной выставки. Это достаточно открытая аудитория. У всех VR-очки еще не существует. Мало того, я там до конца не знаю, в эти VR-очки нужно загружать только одну программу, или туда, или там, как там технология развивается, непонятно. Но и стоимость этих VR-очков, она не маленькая. Ой, Валерий, вот здравствуйте. Как раз мы говорили о основной задаче, о том, что это не создание сайта, да, о том, что... Естественно, без создания сайта мы не можем обойтись, но главное, что мы должны обеспечить, мы должны, говорил в самом начале, что мы должны прежде всего обеспечить коммуникацию, да? Обеспечить коммуникацию зрителей, обеспечить коммуникацию организаторов и зрителей, коммуникацию зрителей между друг другом и перенести как по максимальной возможности вот этот теплый эффект, да, теплый ламповый эффект, да. В галерее есть VR-очки. Анна, в какой галерее? А у вас одни очки или они на всех есть? Аня, они, вот сколько экземпляров очков у вас есть? А, вы пишете, что можно устанавливать много программ. Ну, понятно. Но если я посылаю эти очки, например, нашему зрителю, я могу дистанционно в них какую-то программу установить или нет? Так, никто не отвечает. Анна, это замечательно. Мы обсудим. Я просто говорю о том, что как бы... каждый устанавливает на свой девайс. Понятно, да. Но это опять-таки, видите, это не совсем дешевая вещь, которая может как бы обладать каждый зритель и пользователь. Валерия, так вот, естественно, что без, понимаете, даже на самом деле создание сайта – это не самое главное. Самое главное – это решение, как мы коммуницируем, как мы, с помощью чего мы создаем у зрителя эффект вовлеченности, эффект присутствия. Да?
То есть эффект общения и с нами, и эффект общения с, между собой. Да? Естественно, что это не просто, если бы это было просто создание сайта, нам бы нужно было огромное количество времени уделить дизайну, не делать это там, то есть не просто на тильде, но с дизайном там каким-нибудь супер-супер, да, не своим. Мы как раз говорили о сочетании ресурсов, которые мы используем, да, для того, чтобы максимально приблизить эффект коммуникации, да, то есть не просто дать посмотреть сайт, как смотрит каталог, о том, как создать эффект коммуникации, да, и не только о личной коммуникации человека с каталогом или с сайтом, а эффект вот какой-то вот такой коммуникации вокруг. Так. Дина спрашивает, на какую вот платформу... А, будет паблик тот про книги. Я думаю, что в Zoom. Да, в Zoom. У нас будет 25 апреля в рамках Библионочи. Мы будем обсуждать книги наших художников, которые там их вдохновляют, или их любимые книги. Вот. И, скорее всего, это будет в Zoom почти на 100%. Поэтому, если вам интересно, приходите. Александр, давайте я тогда дам вам слово, и вы нам расскажете, да? Вот я вас подключаю. Угу. Так, я не понимаю, почему не включается. Вот включился у вас. Здравствуйте, Александр. Да. Добрый вечер. Спасибо большое вам за лекцию. Да, меня зовут Александр Чернавский. Я фотограф и в последние несколько лет медиа-художник. Спасибо вам большое за лекцию и за это обсуждение. Вот я хотел поддержать последний тезис про вовлечение зрителя как раз двумя примерами. Я надеюсь, тут можно сейчас посылать ссылки в чат. Да, можно. Вот сейчас прямо идет вторая неделя проекта театрального, но крайне любопытного с иммерсивными практиками, причем весьма разнообразными, точка доступа. Я думаю, может быть, многие слышали, кто-то является зрителем этих проектов. Сейчас, по-моему, вторая, да, неделя. Можно посмотреть проекты, они вовлекают соцсети, Инстаграм, Фейсбук, подключение через Zoom и так далее. Причем разного степени вовлечения и разного срока. От одного дня до недели. Да, Ну, это театральные практики, да? И если можно... Да, да, но я думаю, что часть из них, конечно, в значительной степени, во-первых, перформативная, да, и это перформансы, которые театрализованные, и я думаю, что постдраматический театр, вот, которым, мне кажется, они в значительной степени занимаются, это, конечно, часть современного искусства, и, наверное, вот буквально час назад, в 7 часов, они проводили лекцию с... из английской продюсерской компании. Если можно, я еще одну ссылочку бы поделился. Да, конечно. Это тоже, да, в некотором смысле театрализованные практики. Это вот ссылка с их лекции. Насколько я понимаю, она общедоступна, поэтому вполне могу делиться. А там несколько проектов представлено, особенно первый, самый такой крупный, интерактивный, с вовлечением зрителей. И там представлен после захода на вторую ссылку первым же видео с Vimeo такой трейлер, да, это 10-летний давний проект, где десятки зрителей принимают участие, и это не линейное креативное высказывание, это не линейное вовлечение и с большим количеством и качеством импровизации. А последняя ссылка – это, собственно, предлагается некая игра, согласно инструкции, также с вовлечением зрителя, отложенным вовлечением, да, в те практики, которые предлагает автор. Вот. Это касательно как раз такого теплого лампового эффекта, о котором вы говорили, мне кажется. А скажите, пожалуйста, на какой платформе, вот мне очень нравится первая ссылка, я, естественно, не могу сейчас ее подробно рассмотреть, как вы понимаете, но я очень подробно ее посмотрю, мне очень нравится, как там живут вот люди, вот эти вот люди, собаки, да, там как бы... Это очень классно реализовано. А что это за платформа? Вы знаете, я не так давно сам с ней познакомился. Это точка доступа, я так понимаю, они уже не первый год. Это питерская, соответственно, инициатива. Они проводят как онлайн вот такого рода спонтанную программу, так и сейчас они собирают open call на лето, насколько я помню, на июнь, выступление, соответственно, в театре, на площадке
разного рода инициативы, также с очень, очень мультиформатным онлайн, офлайн вовлечением. Ну, да, слушайте, это совершенно замечательно. Я понимаю, что это значит грантовая программа. Грантовая программа, да, явно. Тут знаете, в чем проблема? Проблема, я вижу, одна такая глобальная, это не проблема, это вопрос сочетания как бы театра. В театре все-таки даже перформативной практики, они каким-то образом, ну, я немножко занималась театром, правда, давно, даже перформативной практики, они все равно режиссируются. Вы, Александр, да, понимаете? В значительной степени. В значительной степени. В значительной степени. Мы имеем дело с практиками посещения выставочных проектов, которые кардинально отличаются тем, что мы не можем предложить зрителю драматургический путь, который мы считаем важным, да? Но мы вообще никак не можем влиять на его поведение. Но то, что вы прислали, это огромное вам спасибо. Я на самом деле, если вы позволите, даже, ну, как-то, может быть, еще бы мы на эту тему могли бы с вами поговорить, если вам будет интересно. Да, с удовольствием. Да, и знаете, я еще бы, если можно, одну последнюю ссылку предложу. В контексте, наверное, уже объединения, с одной стороны, художников, но достаточно, казалось бы, традиционным способом, но недооцененным, возможно, на текущий момент времени, используя почту, вот, собственно, MailArt, это, мне кажется, сейчас один из крупнейших ресурсов, который сконцентрирован именно на этом формате open call-ов. Там, собственно, есть и институции, есть и художники, которые заявляют свои очень разные инициативы, и большая часть этих инициатив заканчивается как раз онлайн-экспозициями. По понятным причинам, да, отсутствие как раз ресурсов и так далее. Вот недавно я участвовал там в турецком open call-е, они на трех, по-моему, сейчас в трех соцсетях, а по итогам двухмесячного open call-а собрали сотни работ, 2D, конечно, формата, вот, которым надо, необходимо было переслать по почте, и сейчас популяризируют и продолжают уже спустя второй месяц пошел после сбора работ, когда они продолжают тиражировать эти работы с какой-то регулярностью. Да, это тоже очень интересно. Ну, да, слушайте, ну вот хорошо. Может быть, мы заведем какой-то... Может быть, Леночка, может быть, мы на Тильде можем устроить какую-то дискуссию, вот такую, такую страницу, куда мы сможем кидать разные ссылки. Вот Александр тоже может что-то там как-то... У нас там есть возможность сделать... я забыл, как это называется. Форум. Да, форум. Наверное, есть. Вик, ты не помнишь? Я не помню. В Виксе точно есть. Я думаю, что Тильда вряд ли сильно отстает от этого. Посмотрим, сделаем хорошо. Александр, тогда мы просто сразу приглашаем в наш форум, да, чтобы мы могли все это обсуждать. Это... Спасибо большое, да, тогда. Это действительно безумно интересно. Тут вот нам пишут еще Валерия. Было бы очень интересно сделать совместное практическое онлайн-занятие вокруг конкретной экспозиции. Давайте сделаем, Валерия. Да, спасибо большое за идею. Собственно, вот у нас в четверг будет эфир про от кураторов, да? А давайте тогда через свободный какой-то день мы объявим тогда вот именно вот такое совместное практическое онлайн-занятие, да, вокруг нашей экспозиции, допустим, да, чтобы мы могли именно проработать уже с группой, которой это интересно, в которой, я надеюсь, войдет Александр и Валерия, и вообще все, кто здесь присутствует, кому это важно, да, все смогут, чтобы все могли принять участие в обсуждении. Нам придется сделать под паролем эту конференцию, но я надеюсь, что это никому не будет страшно, и все смогут в нее войти. Как ваше мнение? Сейчас я скажу традиционно, поставьте плюсики, кому это интересно. Ну, мы можем просто рассылку сделать, открыть регистрацию, те, кто зарегистрируется, в том числе те, кому, кто сейчас к нам здесь подключен, вот, они зарегистрируются, и мы им отправим все с паролями и с явками, а всех остальных пускать не будем, ничего страшного. А всех остальных будем пускать слушать. Да, да, ну на, или на лайв просто будем на Facebook это все транслировать. Да, да. Ой, спасибо, вот хорошая очень реакция идет. Мы тогда,
ну, как бы приглашаем... Да, можно на следующий четверг, на самом деле, если в этот четверг мы обсудим всех художников, то будет логично в следующий четверг обсудить, когда зрители уже познакомятся с художниками, с экспозицией у нас на сайте, чему был посвящен предыдущий четверг и предыдущее включение. В следующий четверг сделать вот такое вот обсуждение. Нам нужно будет посмотреть расписание наше, да, и... Ну да, да, да. Угу. Мы сделаем, ну, насколько... обязательно сделаем рассылку. Вы же все регистрировались, правильно? Ну, естественно, да, раз вы тут присутствуете, значит, вы все зашли по регистрации на сайте, соответственно, мы сможем вам отправить эти приглашения. Если еще, так, у нас еще, смотрите, у нас гениальное решение, то есть у нас будет просто онлайн, можно сказать, мастер-майнд и мозговой штурм. Как не видны ссылки? Вот я же вот... На трансляции в Фейсбуке. А, на трансляции в Фейсбуке. Давайте... Ой, я, честно говоря, не знаю, как это... Да мы потом их разместим. После того, как эфир закончится, я все перекопирую и туда их перекину. Да, здесь видны. На трансляции в Фейсбуке не видны. Мы действительно разместим их под эфиром, под записи эфира, который там сейчас появится. Вот. Есть ли еще какие-то вопросы? Итак, у нас прекрасный вывод. Мы делаем обсуждение. Супер. Я просто счастлива. Спасибо вам огромное. Вот за такое, как бы, за такой отклик, на самом деле. Давайте. Мы, на самом деле, конечно, проявили некоторую смелость, предложив вот этот эфир сегодняшний, да. Вот, продублировать сюда все ссылки из Zoom. Так, Елена, да, сейчас мы... Но после того, как эфир закончится, мы обязательно это сделаем. Сейчас просто я даже, очень... знаете, даже сейчас могу, оказывается, это сделать, но после эфира... А потому что вы камеру себе отключили. Да, наверное, поэтому сейчас я ее, кстати, обратно включу. Это не совсем моя воля была. Так, вот я дублирую ссылки в Facebook. Продублировала. И еще одну ссылку сейчас продублирую, которую Вика кидала. Видите, сколько на самом деле очень... Это то, что, о чем мы говорим, интересует очень многих, да, интересует мир искусства. Но вследствие того, что это все очень новое, да, нету места, где эта информация складывается, куда бы могли обратиться исследователи. В принципе, я считаю, что одним из таких мест может стать наш прекрасный сайт «Оставайтесь на связи» с таким неожиданно пророческим названием. Вот. Да, Александр, мы будем очень рады, спасибо огромное. Так, значит, это я не помню, на что я ответила. Да, «Библия ночь» будет тоже онлайн проходить 25 апреля. Нас сегодня уже пригласили срочно сделать для нее программу, мы согласились. Вот, ну что, давайте еще, если есть вопросы, и, так, а вот в цифровом виде фотоэкотану. А, вот Honor 6C Pro спрашивает, не остается ли на вечно в цифровом виде фотокаталог? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Сервисы меняются. Вы знаете, когда я начинала работать, была такая новая технология, называлась ZIP-диски. Это было дико модно и прогрессивно, потому что я работала в журнале ХЖ тогда. Это было давно, очень в начале 90-х, он только начал выходить, и мне приходилось вот эти файлы с фотографиями, почему он был черно-белый, потому что цветной просто было еще невозможно даже перенести все эти фотографии. Мы носили на очень модном новом таком носителе, назывался ZIP-диски. Ну и где эти ZIP-диски? У меня в архиве лежит большое количество, например, 3-дюймовых дисков, да, как 5-дюймовых, и вы знаете, мне некуда их воткнуть. И, конечно, вы понимаете, что со всеми технологиями происходит одно и то же. Да? Ни одна технология не остается навечно, особенно цифровая. Более вечно, чем бумага, пока еще не придумали. Так, Валерия спрашивает, не могли бы мы заранее прислать те объекты, вокруг которых будет выстраиваться разговор в следующий раз? Валерия, все объекты вы можете увидеть на нашем прекрасном сайте «Оставайтесь на связи», вы там регистрировались. Там есть вкладка, которая называется «Экспозиции», «Авторы», да, вот во вкладке, наверное, во вкладке «Авторы», да, правильно, Леночка?
На во вкладке экспозиция можно посмотреть, как бы это выглядело офлайн, если ну, там по кластерам можно посмотреть, плюс если в следующий раз подключится Михаил, он еще подробнее расскажет о своей дизайнерской задумке. Вот. А если познакомиться с самими работами, то да, это во вкладке автора. Угу. Хорошо. Там они отдельно висят без относительно той идеи, которую мы закладывали. Да, то есть пока так, пока экспозиция отдельная, подробно объекты отдельно. Ну, как-то вот, может быть, мы вместе решим, как это совмещать. И, конечно, плюс вовлечение. Да, вовлечение – это вообще самая, наверное, основная тема. Если дать задание в виде вопросов для подготовки к обсуждению в четверг, Ольга, смотрите, поскольку эта идея только что пришла нам в голову, мы, к сожалению, прямо сейчас... Мы, конечно, можем. Можем, но на ходу нам будет сложно переобуться. Давайте так. Во-первых, конечно, мы всех просим. Это не в этот четверг. В этот четверг у нас будет знакомство с работами более подробное. Кураторы будут рассказывать о работах. Приходите, пожалуйста, все, да? И мы сформулируем задание на следующий четверг. Но одно из заданий – это, конечно, искать успешный пример. А второе задание – чтобы вы, как зритель, как бы вы хотели быть вовлечены, чего вам не хватает, да, вот вы будете искать успешные примеры, продумывайте сразу, что вам не хватает, да, что, например, плюс онлайна, да, как мы сегодня вот пытались это обсудить, да, и, в принципе, обсудили для нашего случая, а что является минусом офлайна, да, то есть какого вовлечения вам не хватает, какой теплоты вам не хватает, условно, вот этой ламповости, да, например, или наоборот. Да, или наоборот, вы хотите больше текста, вы хотите меньше видео. То есть вот такие вот, вот эти темы, я считаю, нужно уже начать прорабатывать. Более подробно мы попросим в следующий четверг и в рассылке. Хорошо? Есть еще какие-то вопросы к нам? Давайте, ждем еще вопросы. И тогда мы уже, наверное, на сегодня завершаем, уже всех надо отпускать. И, кстати, да, больше полутора часов в онлайне на самом деле всем сложно, теряется внимание, да, поэтому, но надо сказать, что за полтора часа в онлайне можно обсудить намного больше, чем за полтора часа в офлайне. Это странная история, но она фактически такая и есть. Потому что вопросов меньше, не все пишут их. Вот, а когда люди сидят в аудитории, то реагируешь как-то ярче на все, что они спрашивают. Ну, я считаю, что мы достаточно хорошо реагируем. Отвечаем на все вопросы. Вот, ну что же, если вопросов больше нет, я первое хочу поблагодарить всех за сегодняшний вечер, проведенный с нами. Я хочу пожелать всем здоровья, 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 всем, 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 и радости побольше, да, чтобы не болеть. Будьте, получается, да, Валерий, получается, что примерно 16 апреля, да, плюс-минус. Мы посмотрим расписание, мы обязательно пришлем всем письма. И ту часть нашего сообщества, у которой сегодня праздник, я поздравляю с нашим большим праздником, который сегодня у православных христиан Благовещение. Вот, поэтому спасибо вам огромное, желаем вам приятного вечера и здоровья вам, вашим семьям, вашим близким, ну и всем нам. До свидания. До свидания, спасибо вам. Все, пока-пока. Пока-пока.